Здравствуйте, дорогие друзья! Я буду делать нечто странное. Еще более странное, чем то, что происходит здесь обычно. Как так, спросите вы? Я хочу попробовать себя в разных образах. Как бы я выглядела, если бы я была бы другим человеком, который по-другому бы одевался, по-другому бы красился, в общем, другим человеком. Первый образ, который я хочу сделать, это Le Goat. Потому что Le Goat это красиво. У меня есть несколько странных одеяний, которые подходят под образ Goat. Пойдемте. Можно как-то просто расчистить площадь, потому что невозможно ходить. Но я не специально это сделала. Я сделала это не специально. Что тут вообще делаешь? Ты вообще кто? Боже мой. Я уже не знаю. Я ничего не знаю. Да-да-да. Я заказала себе такие сандали, потому что я все-таки еще верю, что летом я куда-либо пойду, а не буду сидеть все время дома. Пользуясь случаем, хочу вас озадачить. Вы знаете, что весна уже практически прошла? Тыква. Ведьмовское платье. Кстати говоря, inspiration для этого образа мне прислала подписчица в инстаграме. Видите? В течение недели я буду пробовать себя в разном. Сегодня день номер один. Готический день. Пользуясь случаем, у меня появилась одна интересная идея, раз уж это видео снимается целую неделю. Я заказала себе корейскую отбеливающую косметику. Ночная маска, серум, крем, тонер. Все для того, чтобы избавиться от этой мерзости на моем лице. Мне не нравится цвет моей кожи в последнее время. В принципе, это неудивительно. Поэтому я заказала себе комплекс для того, чтобы моя кожа выглядела гораздо лучше, чем сейчас. Этот комплекс в течение некоторого времени помогает решать такие проблемы, как тусклость вашей кожи, всевозможные пигментные непонятные пятна, и, конечно же, он ее осветляет, что для меня очень актуально, потому что когда я хочу выйти на улицу, я хочу выйти не просто на улицу, хотя я хочу выйти на улицу, но также я хочу выйти на улицу со светлым лицом. Поэтому каждый день сейчас я буду этой косметикой пользоваться, и мы с вами сравним наглядно день номер один и день номер семь. Как обычно, я была молодец, поэтому я заказала себе сразу два варианта. Здесь у меня полноразмерные средства, а здесь у меня travel набор, который рассчитан на 30 дней. Время переодевания. К этому вернемся позднее. Не обращайте внимания на то, что под диваном стоит тарелка уже вторую неделю. Конечно же, оно мне велико. Вот здесь нужно взять заколку и сделать вот так. Я должна была быть ведьмой на одном из хэллоуинов, но я не попала на этот хэллоуин. Я хотела нарисовать стрелки, но они у меня не получились. Я 3 часа, короче, пыталась их переделать, потом поняла, что я всрала весь мой макияж, поэтому я не пошла на хэллоуин. Вот такой лайфхак. Главное не поворачиваться никому спиной. О нет, у меня синяк. О нет, что ты делаешь? Это мой обычный рост. Как я выгляжу, когда я без каблуков? Ботиночки. Когда ты 1,62 м, но все думают, что ты как минимум 1,78 м. Так выгляжу я, когда надеваю ботиночки. Время ухода за кожей. О, боже, как он мило выглядит, посмотрите. Посмотрите на эту упаковку, она же просто потрясающая. Блин, она такая красивая. Я не восприимчива к запахам, но есть запах, который я узнаю из тысячи. Я люблю мандарины. Но есть еще одна вещь, которую я люблю еще больше, чем мандарины. Это юдзу. Сам пойми, это легально? Осветляющий тонер. Бережный уход за кожей. Низкий PH. Обещают чудо за 30 дней. Посмотрим. Серум. Я не могу. Ну почему? Почему? Почему у корейской косметики всегда такие упаковки? Вот они всегда такие предательские, красивые. Ты просто смотришь на эту упаковку и ты понимаешь, что мне это надо. Очень приятно. И последнее на сей момент это гель-крем. О, он реально как гель выглядит. Так выглядит ожидание. Симметрия наше все. Гневный птиц. Что это? Отличная идея была во время съемки видео принести мне бургач. Бургач! How в переводе обозначает как. I know. Сюда бы стоило надеть черный парик. Черный парик у меня есть. Но мне так нравится получилось, что я не хочу. Поэтому у меня будет угламуренный год вонючка. Это не повредит.
был первый образ. A few moments later. Вечер. Я уже умылась, все сделала. Будем тестировать это. Осветляющая ночная маска. Что это, если не милота? Она нежная, пастельно-желтая. Все, я ушла спать. Вернусь утром, расскажу. Только что проснулась. Мое лицо на первое утро после того, как я нанесла этот крем. Мне кажется, стало уже с первого раза светлее. Я не знаю, что скажете вы, но мне кажется, это реально так. Бесит след от расковыренного прыща. Я оделась. У меня есть матча. Ууу, зеленая матча. Водичка. Сегодня я буду делать образ тикток-фрика. Я не знаю, как это правильно называется, но вы все видели в тиктоке таких девчуль с очень интересными стрелками, с очень странными глазами, как правило, разных цветов, с очень ярким и красочным окрашиванием. Яркое красочное окрашивание. Надо сделать Киришиму. Я посмотрела на себя в красном парике, и я поняла, что я хочу сделать Эрзу, но это уже давно хочу, и Киришиму теперь еще. Мы жарим картошку, дын-дын-дын, мы жарим картошку. Не знаю, что сказать, но, по-моему, получилось реально круто. Просто мне нравится. Это очень круто выглядит. Таков результат. И этот образ мне очень нравится. Он прям очень мне нравится. Но на этом нельзя останавливаться. Поехали дальше. Нет, ты не будешь красить в красный цвет. Нет, ты не будешь делать бело-красный сплит. Забудь об этом. Забудь об этом. Все хорошо, все хорошо. Не надо, у тебя есть парик. У тебя есть парик, с париком все хорошо, все хорошо. Сегодня буду делать образ жены. Олигарх. Классической такой... женщине. Этот образ во многом у многих со мною ассоциируется, хотя я хз. Картинка на моем рабочем столе сейчас говорит, не шути о таком. Не шути о таком. Захмотать богатого мужика в таком виде не получится. Получится в другом. В этом образе мы будем использовать вот этот парик. В этом мы не сможем охмотать олигарха. В этом тоже. Фак, мне нужен бордельный вид, но я не могу найти ничего бордельного. Бордельный вид, и где? О! Сначала я накрашусь, потом надену платье, потом будет парик. Потому что если я надену платье сейчас, то все, вот это будет вот тут. Ура, Макдак! В этом видео меня опять кормят фастфудом. Люди подумают, что я жру только фастфуд. Не шути о таком! Не шути о таком! Не шути о таком! Ну, короткий экскурс по моему рабочему столу. Это кофе. Это кофе. А, да, это тоже кофе. Здесь был рамен, а это поки с матчей. А здесь были конфетки со вкусом колы, соды и дыни. Ну, это я уберу. Макияж для олигарха. Ну, девочки, макияж, конечно, красный макияж. Добавим элемент богатства. Это, короче, хвост человека, который просто человек. Спасибо, король паричок, именно ты позволяешь мне быть разной. Печальный элемент. Новый день, новый образ. Я уже оделась, у меня будет вот такое вот платье с огнищем, и сегодня я хочу сделать образ гранж. Стоит ли мне что-то говорить, или и так все видно? Сам байми. Кто бы мог подумать, надо было раньше покупать. Не знаю, что должно произойти, чтобы я стала похожа на гранж, а не на... Не на бомжа. Говорят, что колготки в сетку помогают. Прическа. Чтобы гранж был гранж, нужно сделать хороший, нехороший... Мачос. Цепи, говорят, тоже необходимая вещь. Косуха. I know, I know, I know, I know.
Полный образ, если это можно назвать полным образом, выглядит даже не так уж и плохо. Я, честно, думала, что будет гораздо хуже. А в этом есть какой-то прикол. Назовите меня сумасшедшей, но я реально вижу, как сильно изменилась моя кожа. Wipe, wipe, wipe it down. Сегодня на повестке дня Smart Casual. Стиль, который все так сильно любят. А я не умею в нем одеваться, потому что Smart Casual is for... Smart. А мы так не можем. Мы можем только футболку с Монокумой носить. В начале этого дня у меня была другая футболка, но я уже ее усрала. Макияж Smart Casual. И как мне понять, какой он делает макияж, если тут только шмотки? Смотрите, макияж Smart Casual очень макияжно. Ой, подожди, там женщина была. Все фотки, которые я отсмотрела, там нигде особо тона нет. Но везде есть хорошие, большие, густые, кустистые. Дын-дын-дын, мы жарим картошку. Дын-дын-дын, мы взращиваем бров. Окей. Дын-дын-дын, мы жарим картошку. Дын-дын-дын, мы жарим картошку. Дын-дын, мы жарим. Бровь достаточно широка, чтобы меня начали считать умной? Excuse me? Что это за ярый шмель, который приземлился на мои брови? Что за ярый шмель? Пчела, скажи, кто ты есть? Hey, somebody come get her, she dancing like a stripper. Somebody come get her, she dancing like a stripper. Smart casual check. Время разбираться с одеждой. Smart casual это как-то вот так. То есть так, как я обычно вообще никогда не хожу. Я поняла, что они все носят брюки. Такие простые. У меня есть такие брюки, они прям здесь лежали. Блин, я выгляжу очень странно. Все, что относится к слову smart, мне не подходит. Вот так я выгляжу. Я могу вот так. Вау, вот так, вау, вот так, вау. Тут еще пиджак нужен был. Дорогие дамы и господа. Вот так, вау. Для этого стиля нужен рюкзак. Но у меня рюкзак Слизерин. Или рюкзак Монстр. И что вот мне выбрать? Ну ладно. А, извините, я забыла про святость. Я забыла про святой рюкзак. Во. Раздолбанный рюкзак, наш выбор. Спасибо, что хотя бы белые кеды есть. Во какая. С раздолбанным рюкзаком. И с... Одобрено для провозки в салоне самолета. Такой оуш-образ получился. Не знаю, что и сказать. Вам решать. Вдруг кому-то понравилось. A few moments later. Просто зацените мой образ, мой макияж. Это я делала недавно проверку лайфхаков, и вы вообще посмотрите на эти глаза, которые вообще чужие. Потому что лайфхаки были рабочие, так что если вы не смотрели последнее видео с проверкой лайфхаков, посмотрите. Удобно, я сейчас еду в Питер на несколько дней, пока что даже не знаю, насколько, потому что нет обратного билета, и я с собой возьму вот этот вот как раз travel kit. Но мне прям очень нравится, как выглядит моя кожа. Кстати, этот фрагмент я снимаю уже спустя несколько дней, и мне кажется, что реально она стала очень светлая. А еще я, кстати, наношу не только на лицо, но также на шею и на руки. Думаю, что коробочку нет смысла брать с собой. Котик, ты тоже со мной не поедешь. Давайте заодно покажу миниатюры, потому что я их еще сама не смотрела. Боже мой, это просто потрясающе выглядит. Какая милота. Ну вы посмотрите, какая это милота. Оно так круто выглядит, такое сладкое. Вообще шикарно, все, с собой беру. Котик, ты остаешься, а это я беру с собой. Продолжать мой курс отбеливания лица в Питере. Собственно, такие великолепные образы у меня получились. Обязательно напишите, какой из них наименее убогий. И всем спасибо за просмотр, и всем пока. Подписывайтесь на мой инстаграм, там обычно образы получше бывают, да.